А в Москве настоящая весна. Все, спели. Идем кушать в ГУМ. Всем доброго. Еще немножко красоты. Кстати, маску надо надеть. Приятного нам аппетита! Очень вкусная еда. Но мы объелись. Нужно было один пирожок покупать. Кстати, это клюквенный морс. Столовая такая колоритная, с какими-то советскими плакатами, с советской музыкой, из советских фильмов. Такая специфическая. В ГУМе на втором этаже. Но очень вкусно, кстати. Вкусно, Надя? Заворачиваю пирожок. Не смогли мы его съесть. И мне еще надо допить морс. Я тебя не увидела. И что такое жидкое? Вау! А что такое жидкое? Вау! Это должно быть так! Вау! Едем в Третьяковскую галерею. Я в Третьяковке, даже не верится. Лестницу мы зашли. Шикарная лестница. Всех учебниках. Вот эта картина там.
большая. Вот это явление Христа народу, большая, а это ее эскиз. Угу. А это отрывки. Ага. Но это эскиз, это вообще. И еще один зал, где вот эти все. Это он сначала каждую проработал, получается, да? Это вообще не понятно. Нет, я имею в виду вот каждую вот каждого героя. Сначала эскиз, потом каждый герой. Да. Потом все. А потом все. Да, конечно, 20 лет. Пол жизни на эту идет. На такую картину. А вот этот конь. Вариант третьей композиции для Анечкова моста. Сдается мне, что это тоже вариант. Да-да-да. Третья колонна. Там еще одна колонна. Еще один вариант. Наверное, тоже третья колонна. Да, наверное. Знакомая картина, правда? Называется? Короче, как... спор о вере. Там еще что-то, но я смогла прочитать нормально спор о вере. Понятно. Можно было бы догадаться, что это Айвазовский. Три богатыря. Так мало времени осталось, а хочется каждую картину посмотреть. И чем дальше, тем интереснее. Нет Бога, кроме Бога. Эта рамка деревянная, Надь? Похожа на дерево, да? Ириша, это специально для тебя. А вот это сокровищница. Тут золото, алмазы и прочие драгоценности. Все, выходим, галерея закрывается. 9:00 вечера. Пора ехать в отель. Ну все, мы в отеле. Устали очень. Завтра будет новый день. Завтра мы идем в океанариум. Вот, гуляем по ВДНХ. Все. Наверное, на этом спокойной ночи. Всем до завтра.